Михаил, значит, у нас, вы позволите, будет 3 попытки. Прошу вас. Голубое. Голубая карточка – это на подумать. Выбирайте любую на подумать и зачитывайте. Вы правда верите, что ваша карьера успешна? О, какой вопрос. Нет, я в это не верю. Вы считаете, что у вас карьера неуспешна? Я считаю, что это полный крах. Ничего себе, вы даже там несколько месяцев пресеком Путина были, что я считаю, просто, ну, в любой стране стать пресс-секретарем лидера, это, в общем-то, так, вершина для... Нет? Ну, точка отсчета важна. Угу. Точка отсчета журфак или там... Или... Нет, если считать точку отсчета мечты, которые твои, когда падали звезды, твои желания, когда ты загадывал, вроде было там, не знаю, 16-17 лет, то относительно вот тех мечт моя карьера полный провал. Да, какая была мечта? Кем хотелось? Так я и рассказал. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».